Дим, выключи будильник, дети еще спят. Слушай, хорошо я придумал шариками, да? Да. А как ты думаешь, Галке понравится? Все-таки ей уже 16. Иди ко мне. Подумать только, ей 16. Она у нас славная. И Никита славный, и Соня. Ты знаешь, мне кажется, нам нужно завести 4-го ребенка. И желательно мальчика. Ну, чтобы было 2 мальчика, 2 девочки. А у меня уже есть 4-й ребенок. Вот прямо передо мной. Которому вечные 17 лет. Ты никогда не повзрослеешь. О, вот это да! А чего это вы тут делаете? А мы тут... шарики надуваем. Никит, знаешь что? Давай, иди Галке... Начинай поздравлять ее с днем рождения, да? Ага. Давай. Дверь закрой. Ладно. Тимка. Шоколадку. Нет, спасибо. Ты чего так долго? Обед тебе собирала. Наташа, ты знаешь, как я ненавижу все эти баночки, все эти скляночки. Ну зачем ты это делаешь? А я твое здоровье забочусь. А я буду такой маленький, чтобы заботиться обо мне. Я ребенок, да? Давай заведем ребенка. Я буду о нем заботиться. У тебя в классе 30 человек. Тебе что, мало, что ли? Мало. С днем рождения! С днем рождения! Ура! Галочка, это кольцо, которое подарила мне твоя бабушка, когда мне было 16 лет. А сегодня мы дарим его тебе. Поздравляем. Держи. Спасибо, мам. Клевое. Мелочинок, тебе не понравилось? Да нет, что-то мне не нравится. Просто я хотела планшет. Планшет и еще приставку, и вертолет радиоуправляет. А мне куклу. Мелочинок, день рождения только начался. Ну, подарки еще будут в течение дня. Правда, мам? Так, братцы-кролики, пошли завтракать. Я, кажется, в холодильнике видел торт. Торт! Ура, торт! Ура, торт! Давай, мы тебя ждем. Спускайся. Федя, куда ты едешь? Как куда? Везу тебя в школу. Вика просила Галку с Никитой забрать. У нее сегодня очень сложный день, экзамены. И... Ты что, опять? Вон, посмотри назад. После их визита машину хоть на свалку выбрасывай. Вон там все в жвачке. Не понимаю этих Кораблевых. Зачем такая рава? Хотя, может, и понимаю. Им, наверное, процесс нравится. Федь, надо заехать. Да заедем, заедем. Я вообще-то хотела сходить с девочками в кафе. Галочка, подожди. К нам же придут тетя Марина, дядя Сережа, Наташа, Федор. У нас будет семейный праздник. Подождите, день рождения, по-моему, у меня. Почему праздник у вас? Галка, я тебе обещаю, что будет много сюрпризов. Ребят, быстрее, быстрее. Давай идем. Ой, тетя Наташа приехала. Привет, все готовы? Привет. Наташка, привет. Привет. Здравствуйте. Ли. Сонечка, здравствуй, здравствуй, моя хорошая. Тетя Наташа, да. А мне в школу можно? Ты такая еще маленькая, годика через 3 приходи. Так Тачка, хочешь в школе учиться? Класс. Да. Возьму пап, тебя к себе, а ты такую класс. Когда купишь? Ну вот за дом рассчитаемся, слушай, тогда я купим. Слушай, болтать, залезай в машину. Осторожно. Знаешь, мне надо... Вик, не волнуйся. В магазин заехать. Галя, подарок. Обязательно. Поможешь? Встретимся в магазине. Ага. Все, давай. Все, ладно. Пока. Пока.
До свидания, тетя Наташа. Спасибо. Дмитрий Евгеньевич, он даже рот отказывается открыть. Сейчас разберемся. Привет. Скажи мне, ты умеешь рычать, как тигр? Да. Покажи. Нет, ну так рычит маленький тигр, а ты как взрослый тигр можешь? Да. Отлично, молодец. Так, у вас там небольшой кариес на верхней двоечке есть. Сейчас я карточку возьму, к вам подойду. Проходите в кабинет. Пожалуйста. Вот видишь, Роберт, какой хороший дядя-доктор. Пойдем. Дмитрий Евгеньевич, есть ли ребенок, который вас не слушается? Есть. Их трое. Это мои собственные дети. Красивый бус. Да? У моей Вики тоже такие же есть. Редко мужчина так любит свою семью. Редко, но метко. Знаешь, я не понимаю, зачем Галке планшет. Смотри, а вот такую хочешь? Нет, не хочу. У меня такая. Она же будет все время сидеть в интернете. Играть в игрушки. И вот читала бы лучше книги. Но она же хочет планшет. Хочет, перехочет. Сонь, положи игрушку на место, не надо трогать. Иди сюда. Вик, может, это, конечно, не мое дело, но к чему такие строгости? Я просто так устала уже, голова кругом. Крутишься, как белка в колесе, целый день. Кого-то переодеть, накормить. Уроки, развивалка, школа. Еще этот экзамен, я все время про него думаю. Это же шанс сделать что-то новое, что-то другое. Но вы же с Димой так счастливы. У вас такая хорошая семья. Трое детей. Вик, а Федор так и не созрел? Нет, говорит, может быть, потом. А врач вот мне говорит не затягивать. Да. Нам надо с тобой поменяться. Трое детей тебе бы за глаза и за уши хватило, а я бы работала, наслаждалась свободой. Ладно, подарок вечером куплю. Сонечка, ты слушаешься тетю Наташу, хорошо? Хорошо. Иди, не волнуйся. Знаешь, что этот экзамен? Все, пока. Спасибо. Давай тебе, Наташа. Пока. Давай ручку. Галя, ты здесь? Я из-за тебя чуть фотобумагу не засветила. Ну, прости, я не знал. Что у тебя здесь? Вот это хорошо. Ну, ты чего нос повесила? Ну, пап, мне не 9 лет, чтобы свечки задувать. Все нормальные люди свои днюхи в клубах празднуют. Одна я как с луной. Ну, мама очень хотела, чтобы ты была с нами. Галчонок, ты скоро закончишь школу, пойдешь в институт и будешь проводить со своими друзьями времени столько, сколько ты захочешь. Поверь мне, это очень быстро наступит. Ну, день рождения-то уже сейчас. Кстати, насчет дня рождения. Я тебе обещал, что еще будут сюрпризы. Вау! Он же светосильный. Спасибо, пап. Спасибо большое, это очень-очень клево. Спасибо большое. Хозяева, а что дверь-то нараспашку? Тетя Марина приехала.
Ладно, я пойду гостей встречать. А ты давай здесь заканчивай, хорошо? С днем рождения. Викуля! Сумки разбирай. Димочка! А где Викуля-то? Привет, привет, дорогая. Привет. Тебя слышно со второго этажа. У Вики сегодня экзамены в институте. Вот еще выдумала. У Галочки сегодня день рождения, а эту кукушку где-то носит. Ну что делать? Здорово, Дима. Привет, Сереж. Ты сегодня при полном параде, только орденов не хватает. Извини, не успел переодеться, заехать, замотался. А цветы ты тоже не успел купить. Без него бы, конечно, не справились. Полдня зря рубашки гладила. На, вон, переоденься. А чтобы одни могли сидеть дома, да. Другие иногда должны работать, правильно? Да, да. Так, по маленькой. Угу. Милый мой, домашняя работа – это тоже работа. Галочка! Здрасте, тетя Марина. Галочка, родная моя. Девочка моя, племяшечка. С днем рождения. С днем рождения, Галюнь. На, вон, посмотри, что тебе любимая тетка подарила. Спасибо. А? Я думаю, Соне очень понравится. Папа, можно я пойду наверх? Да, конечно, иди. Ну, слушайте, давай. А где Игорек? Ага. Мы с ним. У Марины с сыном небольшие разногласия. Я наверху переоденусь. Да, в спальню. Здрасте. О, здрасте, здрасте. Здесь праздник. Привет, привет. Привет. Слушай, тут клиент один тачку продает. Ягуар 6-го года. Не хочешь глянуть? Да нет. Федь, я думаю, что моя семья сейчас это не потянет. Мы все в дом вбухали. Еще ипотека у нас. Так что... Ну да, ты прав. Но тачка крутая. С такой все девочки твои будут. А мои девочки, и так все мои. А больше мне и не надо. Слушай, а скажи честно, не заколебался еще? Не хочется, ну хоть разочек. Сесть за руль, взять какую-нибудь телочку, да и в номера. А как же Наташа? Она же тебя любит. Вы же хотели пожениться, детей завести. Да сложно как-то все. Но здесь главное начать. Дети, это весело, поверь. Не догонишь, не догонишь. Па, шашлык еще не готов? Шашлык? Шашлык еще не готов. Для шашлыка нужен сочный, розовый, вкусный поросенок. Сточа, иди ко мне. Дим, ты позвони Викуле, ну правда, все кушать хотят. Где ее носят? Марин, я ей звонил. Она трубку не берет. Ну, наверное, звук выключил на экзамене. Так, раз, два, три. Я так волновалась, у меня руки до сих пор трясутся. Ну все, мы уже все позади, мы все сдали, и все молодцы. Какая ты молодец, отличница, как ты это все вообще выучила? Я еле-еле там на троечку, ты молодчина. Ты пойдешь на метро? Нет, у меня еще там дела. Да? Ага. Ну ладно, давай, тогда, пока. Увидимся. Саша, все, удачи. Я тоже. Thank you.
И часы остановились. В ту минуту, когда Викули не стало. Тетя Марина, зачем вы все это делаете? Так нужно, Никита. Так принято. Маме это не понравится. Она не любит эту фотографию. Не понравится. И черный цвет. И водку она никогда не пьет. Нет больше мамочки. Никита. А что, больше мама никогда не придет? Дим, Дим, ты что делаешь? Ну что ты делаешь? Это наш с Викой дом. Всей вот этой ерунды в нем не будет. Я договорился насчет похорон. Завтра в 10. Дима, ты не против? Я. Я против. Я не хочу, чтобы моя жена умирала. Они не хотят, мои дети этого, понимаешь? Я против! Я прошу тебя, возьми себя в руки. Дети должны попрощаться с матерью. Добавить нужное количество каши в кипящее молоко. Господи, если бы я знал, это нужное количество каши. Пап! Что? У меня туалетная бумага закончилась. А, сейчас принесу. Зайчик, сиди здесь. Хорошо. Пап! Не кричи, я слышу. Черт возьми. Спасибо. Ты что? Отойди, 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 отойди. Иди сюда. Так, пойдем, мы с тобой рисовать. Хорошо. Давай сиди здесь, пока папа будет готовить завтрак. Давай. Так. Колчонок, ты так собираешься идти в школу? Да, что? Нельзя? Мне кажется, надо переодеться в нормальную одежду и смыть косметику, а то ты похожа на... На кого? Ну, говори, давай. Неважно, нужно одеть нормальную одежду. Я нормально выгляжу. Смой косметику, тебе мама не разрешала краситься. Мамы больше нет! На Вове! Отдай краску! Отстань! Мама, что она делает? Отстань! Ты что она делает? Смотри, что она... Подожди, не надо так делать. Посмотри на меня. Я тоже есть хочу! Давай! 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 Сядь! Отстань! Тихо! Привет. Никит, ты чего нараспашку? Тебе не холодно? Thank you.
Дима, ты как? Если нужна какая-то помощь... У нас все хорошо, мы со всем справляемся. Ты на работу выходишь, а Соня с кем? Она в ясли пойдет. Она же домашний ребенок, ей сложно будет так сразу привыкнуть. Лезу не в свое дело. Ладно, ну пока. Пока. Садись. А на самом деле, как у вас дела? Плохо. Без мамы все стало очень плохо. Так, аккуратно, аккуратно, на горке катаемся. Ну вот, мы пришли. Не хочу, не пойду. Ну почему? Солнышко. Папе на работу надо. Здравствуйте. Привет, Маш. Пойду. Я не могу тебя с собой на работу взять. Здрасте. А это у нас кто-то новенький, да? Да, это Соня Кораблева. Нам сказали, что нас в группу возьмут. А, да-да-да. Ой, какая у вас хорошая девочка. Что ж, вы всегда такие капризные? Нет, мы не капризные. Просто мы сегодня первый день. Хорошо, забирайте деток не позже 7, хорошо? Хорошо, хорошо. Ну что, Сонь, пойдем? Не хочу, не пойду. Ну, папе на работу нужно идти. Да, у нас такие качели есть. Пойдем, солнышко покажу. Не пойду. Сонь, ну давай ручку. Сонечка. Не пойду. Соня, пойдем. Не волнуйтесь, пожалуйста, доктор сейчас подойдет. Вот здесь Сонечка папа работает. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте. Привет. Я же как бы договорилась, заведующего вроде нет. Оль, спасибо, но знаешь, она просто еще не привыкла. Я ее на один день, ладно, только сегодня. Дим, у тебя полная запись, целый день. Я знаю. Давай быстрее. Посмотри за ней, я сейчас быстро переоденусь. Папа сказал, что я буду ему помогать. Угу, будешь. Светлана Петровна, возьмите, пожалуйста, девочку. В игровой отвезите. Ручку давай. Пойдем. Спасибо. Так, я готов. Что у нас сегодня? Вот, возьмите. Ну, как ты? Нормально. Я готов работать. Дождай листочек, пожалуйста. Значит, я тебе сейчас напишу телефон психолога. Он мне очень хорошо помог после развода. Я вижу, что тебе это нужно. Я что, похож на психа? Похож на человека, который отрицает очевидные вещи, понимаешь? Есть несколько стадий принятия смерти. У тебя только первая – это отрицание. Ты сейчас остановился на ней, но не нужно останавливаться, нужно идти дальше, понимаешь? Так, Егор Семенов, ты у меня? Да, я. Пойдем. Здрасте, тетя Марина. О, привет. Привет. Не трогай это. Ты как сюда попала? Я? Викуля мне ключи оставила. Еще тогда. На всякий случай. Вот я решила уборочку сделать. Я нормально со всем справляюсь сам. Нормально? Дима, это ненормально. Ненормально. Во что ты дом превратил? Вот я тебе... спросить хотела. Это что? Это счета, Дима. За газ, за свет, за телефон. Ты когда их собираешься оплачивать? Я об этом не думал, этим Вика занималась. Не думал? А о чем ты еще не думал? О чем ты еще не думал? У тебя у Сони чистой одежды нет, у тебя мышь в холодильнике повесилась. Не знаю, чем вы тут живете? Марин, я все купил по списку. Дим, здравствуй. Сонечка, привет, малышка. Здравствуй. А Сонечка где была? Вот целый день Сонечка где была? Она была со мной на работе. На работе? Я нормально со всем справляюсь. Так, верни мне ключи. Я
Я помочь хотела, Дима. С Сонечкой посидеть. Пока ты на работе. Все-таки Вика была мне сестра. Моя девочка, моя хорошая. Да? Ну, давай раздеваться. Маринка места себе не находит. Из-за сестры, да и из-за сына тоже. До сих пор не общаются. Замерзла? Не знала, чем себя занять. Хватит. Ну и вот. А ножки сухие? Серега, я не прав. Сейчас высушим. Сколько тебе нужно продукта? Да и еще. Следствие по делу гибели Вики закончено. Завтра зайди к следователю. Ну как дела в школе? Нормально, пап. Скажи, если кто-то будет плохо говорить про тебя или про маму, я могу ударить этого человека? А про нее что, кто-то плохо говорит? Ну, неважно. Так ведь я могу ударить этого человека, правда? Понимаешь, Никит, в жизни всех проблем кулаками не решишь, там разобраться сначала надо, а потом уже ими размахивать. Значит, нет. Ясно. Расследование по делу вашей жены завершено. Как ранее вам уже сообщил Сергей, мы собираемся закрыть дело. Как? Почему? За отсутствием состава преступления. Мы опросили свидетелей, сняли показания с камер видеонаблюдения. В общем, водитель сделал все правильно. Как правильно? Он убил мою жену. Это что, правильно? Установлено, что ваша жена, Виктория Кораблева, переходила дорогу на красный свет. А тормозной путь... Вика не могла переходить дорогу на красный свет. Она всегда это очень аккуратно делала. Это все вранье! Никогда не знаешь, что ожидать от человека. Даже от самого близкого. Это не она с Викой. Спешите, пожалуйста. То есть, убийца моей жены останется безнаказанным? Он не убийца. Здравствуйте. А вы к кому? Какой страшный дядя. Боря! Да. Иди сюда. Здравствуйте. Сказку.
Спасибо. Пап! Папа! Ну, открой! Ну... Папа! Ну, я знаю, что ты там! Открой! Никита, мне страшно. Не бойся. Мы заняты. Мы очень заняты. Федь, я так не могу, дай. Ты занята, а? Федь, дай телефон. Ты занята. Федя, дай мне телефон. Да что ж ты. Да, Галь. Тетя Наташа, тут папа домой пришел. Он уже целый час не выходит из ванны. И когда он пришел, у него было такое лицо. В общем, приезжайте, пожалуйста. Хорошо, сейчас я буду. Федя. Зоя, ты куда? Федь, там с Димой что-то случилось. Дети перепугались, я пойду к ним. Ты что, сейчас ночью, что ли? Ага. Слушай, подожди. Тебе не кажется, что ты этим Кораблевым слишком дофига времени уделяешь? Я понимаю, у тебя была подруга Вика, но сейчас-то ее нету. Мы здесь при чем? Федь, мы их друзья. Мы им нужны, я им нужна сейчас. Ты мне нужна. Ты нужна мне, понимаешь? Мне нужна. Федь, хватит. Да как же ты можешь так? Дима, это Наташа. Открой, пожалуйста. Дим, впусти меня, давай поговорим. Доброе утро. Доброе утро. Зоя, ну хватит дуться. Ну, хочешь конфетку? Нет, Фед, мне нельзя, я на диете. Иногда можно. Можно. Поздно вчера пришла. Угу. Ты уже уснул. Да я что-то вырубился, как с урока. Слушай, ты прости меня, я не прав. Я реально должен был вчера поехать с тобой. Как там, Дима? Что там с ним? Дима держится. Знаешь, я подумала, нам действительно надо перестать забирать Галю и Никиту. Ты тратишь на это лишние полчаса. Ты что ж ты меня мучаешь-то? Ну, я и так, по-моему, чувствую себя виноватым. Не видно, что ли?
Ну окей, согласен, пожалуйста, я согласен. Ну чего ты? Мне несложно, я могу забрать детей и отвезти их куда нужно. Может, тебе просто этого не нужно? Нет, все в порядке. Если ты не против, то, конечно, давай заедем. Может, что-то случилось? Нет. Все в порядке. Иди одевайся. Я мигом. Ну что, поехали? Давайте, брат, с кроликом в машину. Ты прости меня за вчерашнее. Я не знаю, что на меня нашло. Это стресс, такое бывает. Да, но все равно как-то нехорошо получилось. Мы больше не будем это вспоминать. Ничего не было. Совсем не спишь. Может, тебе выходной взять? Нет, я не смогу дома один. Я с ума сойду. Сейчас Марина приедет, посидит с Соней. Я поработаю, пойду. Пока. Привет. Привет. Я гляжу, ты сегодня один, а где Соня? В садике? Нет, дома с Мариной осталась. Тоже хорошо. Не знаю, сейчас Марина начнет наводить свои порядки. Послушай, что ты там говорила насчет психолога? Говорила. А что случилось? Мне кажется, я схожу с ума. А почему? Ну как, после всего, что было, я могу целовать другую женщину. Кораблев, ты что, целовался с другой женщиной? Нет, это так, гипотетически. А, чисто гипотетически. Угу. Хорошо. Давай тогда сейчас, но так, чисто гипотетически. Ты поцелуешь меня. Давай. Оль. Что? Ну, давай. Нет? Ну, вот видишь, чисто гипотетически у тебя никаких проблем нет. Думаю, психолог тебе никакой не нужен. У тебя Вика умерла. А ты нет. Я понимаю, что тебе тяжело. Но нужно жить дальше. Спасибо. Вернули личные вещи Вики. Следователь собирался тебе их отдать. Слишком быстро ушел. Спасибо. Пойдем в дом. Тише! Сонечка только что заснула.
Был вчера в гостях у сына. Познакомился с его невестой, Таней. По-моему, очень приятная девушка. А что, Игорь с вами не живет разве? Нет, он ушел. Маринка его не приняла. Сказал, что ее в нашем доме не будет. Но он сказал, что его тогда тоже там не будет. Знаешь, 25 лет живем вместе, а у меня такое впечатление, что я вообще не знаю своей жены. Вот вы с Викой. Извини. Давай ее вещи разберем. С этим делать? Здесь батарейка села. Подзарядка есть. Можно фотографии сохранить. Случилось? Я, видимо, не знал свою жену. С любовью вспоминаю все дни, проведенные с тобой. Ну и что такого? Вика всегда тебя любила. Эту смс-ку она собиралась отправить не мне.